Международной категории Алексей Белинин, Новосибирск. В красном углу ринга Альберт Батыргазиев, Ханты-Мансийский автономный округ Югра. В синем углу ринга Федор Степанов, Санкт-Петербург. Весовая категория до 60 килограммов. Готовится к продолжению боя Альберт Батыргазиев, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, город Нижневартовск. Боксер 98-го года рождения, боксом занимается 5 лет, мастер спорта международного класса. Представляет вооруженные силы, центральный спортивный клуб армии. Является чемпионом России 2017 года. Финалист первенства Европы среди молодежи в Румынии. Тренируется под руководством Куштакова и Стрелкова. Секунданты Зари. Второй раунд. Thank you.
синем углу ринга готовится к продолжению боя Федор Степанов, Санкт-Петербург. Боксер 97-го года рождения. Мастер спорта России. Представляет вооруженные силы. Счет боярни ведет. Тренируется под руководством Дотаева и Томилова. Первые тренеры Исаев и Бойцов. Уважаемые любители бокса, на наших соревнованиях присутствует чемпион СССР, чемпион спартакиады народов Советского Союза, чемпион Европы, чемпион Олимпийских игр в Москве, член исполкома и совета чемпионов Федерации бокса России, кандидат педагогических наук, заслуженный мастер спорта СССР, судья международной категории Сабиров Шамиль Алтаевич. Поприветствуем его. Секунданты за ринг. Третий раунд. В этом бою одержал победу и завоевал право участвовать в финале чемпионата России. Боксер красного угла Альберт Батыргазиев, Ханты-Мансийский автономный округ Югра. Да, уважаемые любители бокса, на наших соревнованиях присутствует чемпион СССР, победитель спартакиады народов Советского Союза,
неоднократный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, многократный чемпион